Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гэдден, и я решился на чайный поступок. Я пойду ради 40 подписчиков через кладбище. Это настолько ненормальная идея, я даже вообще не представляю, что со мной случится может, потому что мне страшно, там сзади меня бегут собаки. Ну ладно, давайте, все, я пошел. Хоть бы никакого зомби не вылезло. Ой, на самом деле мне страшно. Настолько страшно. Мне совсем страшно. Я боюсь каждого шороха. Блин, дерево кто-то разломал. Птички. Чирикают. Кто-то дерево подпалил. Фух. Блин, это настолько страшно. Если у меня не получится заснять, то я это... Больше снимать не буду, а то мне... Мне страшно.